предлагает нам три стратегии. Нам помогла три стратегии. Стратегии семейного наследования. Стратегию родинного наследовництва. Ну, как во всякая стратегия подчиняет себе всю жизнедеятельность человека. То есть человек идет по линии продолжения рода. Человек идет в том насмеровании продолжения рода. Стратегия социального соревнования. Стратегия социальной сутяжи. Человек идет по линии карьеры. Человек идет по линии как можно выше карьеры. Досягнуть социальной пирамиды. Достать то, что наивысшее в этой социальной пирамиде. Есть такая стратегия жизни как приключение. А есть такая стратегия живот как прекажки. Авантюристическая. Так и добродружна стратегия. Я вам напоминаю, что в процессе социализации, то есть при изготовлении вашего изделия, то знамена, когда вы творили наш выработок, оно происходило в конкретном социально-психологическом мире. Раз. Ten výrobok sa vytváral v určitom konkrétnom sociálnom psychologickom svete. Из нас на изделии стоит печать, сделана в таком-то социально-психологическом мире. Чиже каждый из нас нейак опечиаткованы, že sme boli urobení v takom sociálno-psychologickom svete. Это очень много определяет в базовых структурах личности. A to veľmi veľa určuje v bázových štruktúrach osobnosti. V связь с изделием, keď sa dostávame do kontaktu s tým výrobkom, личность использует для управления, osobnosť používa na riadenie, вот эту конкретность сделанного изделия. Túto konkrétnosť urobeného výrobku rovnako, чтобы вы не заблудились, точно так же делает субъект. Ale rovnako to robí aj subjekt. Pretože on umie delať s tým že izdelie. Pretože takisto dokáže robiť s tým výrobku. A v tomto vlastne dochádza ku konkurencii medzi osobnosťou a subjektom. Kromě toho, личность типологизирует okrem toho, osobnosť принадлежность данного изделия к той или иной жизненной стратегии. Типологизuje to, že patrí ten výrobok tej alebo inej životnej stratégii. V jednej toj že situácii vnešnej, v rovnakej vonkajšej situácii, соответственно, помните, да, это хозяин, воин, хозяин, хозяйка, воин, приз, подарок. В súlade so socializáciami, hospodár, hospodyňa, dobrodruh, múza, darček, darček, vojak, vojačka. Это тоже накладывает отпечаток. To sú vlastne tiež otlačky určité, действия, ktoré určujú, ako sa ten výrobok bude správať. Napomínajú to všetko v izdeli, v pečatom. Toto len pripomínam, že všetko to je zapečatené v tom výrobku. Кроме того, в изделии впечатано доминантное звучание. Okrem toho, vo výrobku je zapečatené aj dominantné zvučanie. Na úrovni ploti. Na úrovni ploti. Вот всё, что ДФС, да? 1B, 2C, 3A. Všetko, čo DFS, 1B, 2B, 3A. И это доминантное звучание тоже определяет очень многое в жизнедеятельности изделия. А чем занято изделие? Само по себе. А чем sa zaoberá výrobok vlastne? Удовлетворением потребностей. Успокоением потреб. У человеческого изделия три людский выработок потребности, потому что он связан с тремя реальностями. Потому что он связан с тремя реальностями. Биологические потреби, социальные потребности, социальные потреби и идеальные потреби. А идеальные потреби. Дальше. Это все в изделии. Тото все стало в выработку. Мы все это изучали. Дальше. В изделии вмонтированы во výrobku je vmontované regulujúce strachy. Sú vmontované regulujúce strachy.
Да? Это не ситуационно испугался, побежал. То не суть ситуационно, а регулирующий. Определяющий коридор возможного при удовлетворении тех или иных потребностей. При успокоивании тех или иных потребностей. С биологическими потребностями, прежде всего, связан страх конечно. С биологическими потребами є предовшетким споєний страх с конечна. С удовлетворением биологическим. С успокоением. С удовлетворением социальных потребностей, страх самого себя. С успокоением социальных потреб є споєний страх за самого себя. И с удовлетворением идеальных потребностей, страх бесконечно. А с успокоением идеальных потреб є споєний страх с неконечным. Я в последнее время очень много натыкаюсь, люди приходят. Тормоза срабатывают на уровне страха бесконечного, и они останавливаются в своем движении. Са заставую во своем таком развое погибе праве коли все неконечно. Это вмонтировано в изделие. Это не характеристики личности. Это не су характеристики особенности. Это не характеристики субъекта. Это не су характеристики субъекта. Это характеристики самого изделия. Это су характеристики самотного виробку. Но поскольку и личность, и субъект реализуют свои намерение, реализую свои замыслы, мотивацию, мотивацию и так далее, с помощью субъекта, за помощью субъекту, регулируя потребление ресурсов и регулирую, выдавая ресурсы для удовлетворения потребностей, або выдавая те засоби на успокоение потреб, на условиях, что изделие будет реализовывать еще и потребности личные. Výrobek tak bude vlastne uspokovať aj potreby subjektu a osobnosti. To естественно. Tak je prirodzené. Что? Характеристики изделия учитываются в системе связи как субъекта, так и личности. Tak charakteristiky toho výrobku sa berú do úvahy ako v osobnosti, tak aj v subjekte. Личность склонна все путать. Особенность ма склонна всё смешать, заменять. Потому что на количественной стороне. Потому что на квантитативной части ведомия. Да, что можно создать? Описание. Что са там да вытворить? Описание – это длинная цепочка из слов. Описи су долгая ретязка слов. Поэтому упрощание, как описание, как правило, упрощает наличную ситуацию. Čiže opisy z pravidla zjednodušujú tú danú situáciu. Откуда же берётся та потребность, которая приводит управление? Kde sa berie potreba, ktorá privádza k riadeniu изделия? K riadeniu výrobku. Потребность, которая над теми, которые мы знаем. Sú to tie potreby, ktoré sa nachádzajú nad tými, ktoré poznáme. Отличается от животного. Человек са лиши от зверятя. На уровне изделия. На уровне виробку. Тем, что он хочет. Тем, что он хце. Личного бессмертия. Особную несмертельность. То есть превзойти природу. Чиже, ако кеби пре... Идеального социума. Хце идеальную сполочность. То есть превзойти социальную реальность. Окламату социальную и абсолютной истины. А хце достигнуть абсолютную правду. То есть превзойти так, где витязить, уровень окламат, познания, уровень существующий на данный момент. Познания, которое экзистует на данный час. Это тоже в изделии вмонтировано. А то есть как во виробку, баланс. Вмонтировано, а коронак как баланс. Регулирующим страхом. Ако баланс тим поэтому коридоры страхом возможного не смыкаются. Потому что поэтому са те коридоры того возможного не спаяют. Они иногда расширяются, иногда сужаются. Або са зужую. Но субъект может с помощью психотехнологии. Субъект может за помощью психотехнологии раздвинуть границы регулирующих расширить страхов, границы срабатывания регулирующих страхов и таким образом увеличить коридор возможного. А власне так расширить, звечить этот коридор, что для каждого конкретного человека можно. Который, как известно, сопровождается установкой.
A to je tiež vlastne ten koncept toho možného je ovplyvnené rôznymi postojmi. A teraz predstavte si, že вот эта маленькая часть того, что я знаю. A teraz si predstavte, že tá malinká časť toho, čo viem, poznám, o výrobku, subjekte, osobnosti, subjektívnej realite. Это маленькая часть. To je malá časť. Маличкая часть. Понятно, что без качественной стороны сознания. Не похопительно, что без квалитативной части ведомия то то было бы мне недоступно. Было бы недоступное. И плавало бы в виде облаков. А плавало бы в форме облаков. В небе базовой памяти. В небе базовой памяти. Это я вас мотивирую. А кто вас мотивирует? Я понимаю, что личный пример не работает. Но все-таки отдыхаю. Надежда, как известно, умирает последней. Але я надея, как известно, умирает последней. В очень сильных мучениях. Опять мотивирую. Утрпение. Опять вас мотивирую. Ой, я чувствую, что вы мне... С перерывом у нас напряжение. Не закрывай окно, не закрывай. Я же тут это убиваю вредных микробов. Их трупы вылетают в окно. Понимаешь? Да, пусть они туда вылетают. Зачем нам здесь гора трупов? Вредных микробов. Опа! Попался. Нужен перерыв. Я должен съездить номер за сигаретами. Не вышло вам! Не вышло вам. Жадные вы мои. Давайте отобьем все-таки, потому что у вас уже полный хаос. Что? Не-не-не-не-не-не. Это все равно, как эти. Они не убивают. Что это ты мне хочешь предложить? Что за сигареты? Это парламент. Чтобы винили. Единичка? Да. По-моему, двойка, я не знаю, но немножко врю. Ага, врёшь. Ты просто не знаешь. Ну, я здесь... Так, я сделаю одну затяжку, если там больше, чем единица, я же определю. Или сделаю вид, что не определю. Вот так и происходит удовлетворение потребностей. Человек дурит самого себя, дурит окружающих. Вместо того, чтобы честно сказать, мне не хочется выходить и этим разрывать ситуацию. И вам не хочется. Хотя не надо, потянуть только. Для всех включено. Да, все включено. Просто затяжка делайте. Вкусно. Внешнее управление сугестия. Ай, мама. Говорила меня мама, да и наказывала, чтоб я больше в тот садочек не захаживала. Ой, мама, не захаживала. Помните, в чем дело кончилось? Встретила там особь противоположного пола и потеряла невинность. А мама предупреждала, не ходи в садочек одна. Уже мама упозорила, что не ходь сама до саду, в некого саду. В общем, прав стратегию семейного наследования. Она дошла к этой стратегии. Ты от нее бегаешь, она тебя настигает, потому что если в тебя вмонтирована эта стратегия. Если до тебя вмонтирована эта стратегия. Ты можешь бегать сколько угодно. Можешь бегать сколько-кольвек. Все равно там будешь. Никуда не денешься, влюбишься и женишься, все равно ты будешь бой. Не вигнешься тому, замилуешься, будешь мать детей. Я цитирую песни времени, когда вас еще не было большинства. Цитую песни «Песничек с двух», когда еще большинство из вас, может, не было на свете. Поэтому
я все-таки делаю паузу, но заполняю ее разной новой для вас информацией, удовлетворяя вашу потребность новой информации. Во время плавания, вы помните, Турхирдал на базальтовых плотах, Кантики раз и Кантики два. Так вот, во время плавания на Кантики два, когда Турхирдал собрал межнациональную команду из разных государств, разных национальностей. Контики-2, да, Контики. И вот там был француз-психолог. И он воспользовался ситуацией редкой такой, да, чтобы выяснить, как берутся барьеры в экстремальной ситуации полного команды между людьми. И что он выяснил, сейчас вы вздрогнете. Он выяснил, что все преодолимо. Все. Кроме одного. Культурологического контекста. Вот я сижу, вот я гляжу. Садим, дивам. А культурологический контекст настолько разный, так разделенный, что как его преодолеть? Есть несколько хитрых способов. Но те, кто работают с людьми, должны об этом знать. Вот мы вчера говорили с Миро, он переводит мои лекции по соционике, и молодец, убирает оттуда все конкретные примеры, потому что контекст и время было другое, и люди другие, и эти контексты не работают, и текст превращается в некоторое сборище загадок. О чем это? Я помню наедине с Миром, которое выдержало уже 22 издания. Памятам си, что книга «Сам со сметом» уже было 22 раз выдано. Там есть такие контекстные ссылки, которые непонятны никому, кто родился позже, чем я. Такие некие отказы, которые не пред никого покупительные, кто сам. Например, вы понятия не имеете, что ливерная колбаса. Вообще, вы имеете понятие, что такое ливерная колбаса? Это колбаса, сделанная из легких и печени. Если печень не пошла на этот, как его, ну, из печени делают еще. Короче говоря, из легких, да? Убиенных живых существ под названием корова. И она была трех сортов. Третий сорт стоил просто копейки. Нормальные люди кормили им собак и кошек. Совсем бедные люди кушали это сами. Еще был второй сорт. Потом была другая, первый сорт. Первый сорт уже можно было есть. Без страха. Без страха, без обав. И была настоящая экстра. Это была скучная экстра. Очень вкусная, практически паштет. Очень добрая салама. Аж такая. Ну, паштет вы все знаете, что такое. Все знаем, что это паштет. Так вот, я когда учился на режиссерском в Щукинском училище, на актерском мастерстве я играл, то есть показывал этюды про все три сорта
Hral som Lívernej kolbasy. Tému všetkých tých, tých troch sov, piva, pleš, salámy. Prevteľoval som sa do nich. Ну, как говорится, сколько не тяни, а конец веревочки придет. Тягай, сколько поехали. А конец придет. Он взмахнул, да, он сказал, поехали, взмахнул правый верхний конечник. То есть правой рукой. Итак, начнем с полного растождествления. Зачнем полным распоением. Это для вас некое удаленное пространство. Это нечто, что я про вас очень сделанное. Собственно говоря, есть то, к чему ведет путь традиции. Але это то, к чему ведет цеста традиция. Вы не только растождествляетесь с инструментом. Не лишь распоюете с настроем. Но вы растождествляетесь с личностью. Ale rozpojujete sa aj s osobnosťou i subjektom. A subjektom. To je si prvonačálne roztoždestvenie, ktoré... Ak to prvotné rozpojenie... Obязательно для чего-то реально происходящего, вот я, a вот моё изделие. Samozrejme, to prvotné rozpojenie je to, že som ja a toto je môj výrobok. Это присутствие постоянно. A je to prítomné stále, toto rozpojenie. Nikdy si, nezamieňam seba a výrobok. Je to vždy vidno. Je to vždy vidieť. Keď vzájomodействуješ s človekom, on roztoždestvlen s izdelím, ili on je izdelie. Vždy je vidieť, keď je človek rozpojený s výrobkom a keď je sám výrobkom. Prodlžajte robotu, roztoždestvľajte s ličnosťou. Keď pokračujete v práci, rozpojujete sa s osobnosťou. Som ja a toto je moja osobnosť. Вот я, а вот мой субъект. Toto som ja a toto je môj subjekt. Кто это говорит? Тот же, кто говорит я. Кто то говорит? Ten istý, čo hovorí ja. И теперь мы можем с ним немножко познакомиться. A teraz sa s ním môžeme trošku zoznámiť. Если тот, кто говорит я, ak ten, kto hovorí ja, pridajúť status celého, udelí status celku všej ptičky, celému tomu vtáčikovi, izdelie, výrobok, ličnosť, osobnosť, subjekt, ptica, celé, tak? Tá, celo. To je to i bude totálne roztržstvenie. To bude totálne rozpojenie, dajúšie možnosť totálneho dejstva. Ktoré umožní totálne konanie. I jasnogo vosprijatie, to, čo prinieto nazývať jasným videniem. A umožní to jasné to prijatie, jasné videnie. Vosprijatie bez sebe. To znamená prijatie bez seba. Keď medzi mnou. Keď medzi mnou. I tým, čo ja vás prijímam. A tým, čo prijíma. Nie je nič. V tom čísle tak называемого меня. A to znamená, že ani ja tam nie som. Я вижу другое, как другое. Ja vidím druhé ako druhého človeka, как другого человека. Druhého človeka vidím ako druhého človeka. Ситуацию как без меня ситуацию. Ситуацию безо мня видим. Вот это называется ясное видение. To sa volá jasné videnie. Это и есть конец первой части пути. То есть конец первой части цесты. Это я первая часть. То, то есть лен первая часть. И тогда на базе вот этого целого, тотального восприятия, потом на базе того целком. Тотального конания, тотального распоения. Тот, кто говорит «я», про которого мы можем сказать только что «я никто» и зовут «никак». Тот, кто говорит «я», о котором можно сказать «сом никто», а волаю «а меня». А где я живу? А где живу? В пустоте. Живем в пустоте. Может создать глобальное, тотальное целое. Может вытворить глобальное, тотальное целое. Включив в него субъективную реальность. Zapojiť doňho subjektívnu realitu i sociálnu realitu. A aj sociálnu realitu.
и получить реальную возможность. А достава реальную возможность. Резонанса с реальностью как таковой. Резонансия с реалитой ако таков. И с энергией воплощения. А с энергией втелевания. Потому что реальность почему-то все время воплощается. Потому что реалита, не знаем почему, не устала втелевания. Есть две загадки, над которой бьются. Су две загады. Ученые духовного сообщества. В которыми са замышляю веци духовного сообщества. Нет реального, как конкретного, какого-то внятного ответа на вопрос, почему реальность воплощается. Не є відповідь на отазку, прочо са реаліта втелює. Известно только, что энергия воплощения є знаме, що это самое мощное из, хотя бы теоретически доступных для нашего восприятия. Že energia vtelovania je tá najsilnejšia z tých, ktorí dokážeme prijať energii. И второй вопрос. A druhá otázka. Что такое бестелесное бытие? Čo to je bestelesné, netelesné bytie? Что оно есть, никаких сомнений нет. Že je, o tom sa nepochybuje. А вот что это такое? Ale čo to je? Загадка. Záhada. Итак, это цель и смысл движения по пути tento cieľ на a первом smysl большом этапе. Pohybu po ceste na v prvej etape. Ну, а за этим то, что вот я вам похвастался, что я попал туда, то, куда всю жизнь хотел. Что я досягнул то, что я целый живот хотел. Иди твой счастливого дурака, это я. Иди твой счастливого лупанчика, то сам я. Как там, с лицом счастливого идиота. С тваром счастливого идиота. Весь этот материал, который мы сейчас целый этот материал обозначили, который мы сейчас так назначили, означили, это есть содержание нового воплощения традиции. То есть обсах нового втеления. Если вы помните, многие почему-то не помнят. Ак си памятате, многие си то не памятаю. Что предыдущее воплощение традиции на первом уровне. Что предхазаются втеление традиции. Перестало существовать на количество лет назад. Да. Остались некие сообщества. Остались маленькие сообщества. Которые жили образом традиции, жили тем способом, но традиция уже не снабжала это своей энергией. А традиция то уже не засобовала свою энергию. Энергия воплощения. Потому что это воплощение закончилось глобальной профанацией. Скончило то власне, то втелование глобальной профанацией. И вдруг. А сразу? Я, значит, после всего случившегося. По всем, что со мной стало. Так, все, что я получил работу на третьем уровне. Достался все работу на третьем уровне. Все замечательно, прекрасно. Прекрасно. Но зная, но получил работу по линии для себя. Достался работу в линии. Но знаю, что есть три линии работы. Но то вижу, есть, что я делать во внешнем мире буду. Что мам робить во внешнем свете? Теперь. Я же работоголик. Ведь я сам теж воркоголик. И приходит, ты хотел, на. Что начинается новое воплощение нашей традиции. А пришло с ней тоже дохода к новому втелению нашей традиции на первой уровне. И опять счастливый, потому что цель на протяжении одной жизни пережить одно воплощение традиции. Сам прожил одно втеление традиции. Я считаю, это единственное, что я сделал. Уважаем то, что это единое, что не просто так, а построил. Выбудовал сам то. За три года. За три роки. И горжусь этим. Сам на то горди. В Советском Союзе. Был то, что когда был Советский Союз. И некоторых государств Восточного Блока.
Создал социально-психологический мир традиций. Вытворил сам социально-психологический свет традиции. В этом случае инициировал. Это было более 3500 людей. Было то больше, как 3500 людей. И вдруг все это закончилось, если вы помните, в 2005 или 2006 году я публично объявил, что я ухожу с места папаши. И вот оно рассыпалось на феодальное княжество. Никто не захотел принять это хозяйство. Ну, не нашлось. Был один квалифицированный для этого человек. Он мне говорит, что ты делаешь? Ты создал такую империю. Сейчас уходишь. Я говорю, хочешь на это место? А я запитал, хочешь то место? Он так секунду подумал. Нет. Я говорю, ну, значит, goodbye. Воплощение гудбай. И вдруг. А сразу. Прошло каких-то 12 лет. Прошло 12 роков. Я стал еще моложе. Сом еще младший. И бабах. А саса меньше. Так что я всех нас поздравляю. Всем нам гратулуем. С тем, что нам опять будет трудно жить. Что завтра будет тяжко жить. Но интересно. Надеюсь, радостно и так далее. Але радостно. Но вот так. Але так это будет. На таком уровне профессионализма, который я вам сегодня обозначил. И который обозначен в тех трех беседах, да, которые, я надеюсь, скоро будут на чешском. Да? А те три преднашки, которые мы уже почували. Потому что эти три беседы – это манифест. Это же ты преднашки, как и манифест. Нового воплощения. Манифест того нового в теле. Да. Мне очень интересно, перед тем, как я сюда пришел, я померил сахар в крови. Было немного, но все-таки было. Вот интересно, доползу ли я до глюкометра после. Преимущество диабетика. Можно количество сделанной работы внутренней, то есть загруженность мозга, говоря на медицинском языке, в единицах потерянного сахара. Чи когда квалитативно уроблена праца, что затика мозговой праца, так тут есть там немножко. Потому что есть две вещи в нашем организме, которые питаются исключительно глюкозой. Которые сплетены с глюкозой. Это мозг. Это мозг. И красные кровяные тельца. А червеные кровяные дождички. Им больше ничего не надо. Так. Ну там микроэлементы, это не вопрос питания. Ну, те из вас, кто хотя бы как-то умеют использовать эффект присутствия, значит, в пространстве получили полные, насколько смогли, объемы информации. Эффект притомности. Ну, а теперь отдохнем. И разберемся, наконец, с типом информационного метаболизма. И что такое на самом деле соционика? А что это в скуточности соционика? Не как игра для взрослых. Не как игра для дospелых. А как наука. А как веда.
Тип информационного метаболизма. Тип информационного код метаболизма. Это встроенная часть изделия. Забудованная часть выработки. Которая является аспектом координации всего изделия. Которая аспектом координации целого выработку. Одно из проявлений этого состоит в том, что типы темпераментов тоже определяются с помощью взаимоотношения тех же мозговых структур, что и тип информационного метаболизма. Так исто урчуют на základе тих истих мозговых структур, ако и тип информационного коду метаболизма. Что описано в работе Симонова «Эмоциональный мозг». Симонова «Эмоциональный мозг». Я думаю, что она есть на чешском. Симонов – это все-таки большой авторитет в научном мире. В свое время академик был главой Института высшей нервной деятельности. Он создал знаменитую информационную теорию эмоций, которая наконец-то отделила мир эмоций от мира чувств. Напоминаю, что мир эмоций – это мир системы ожиданий. Если ожидание оправдывается раньше, чем была установка, то есть я умираю от жажды и знаю, так сказать, что источник, до источника еще полкилометра по пустыне. Так вот, если я прошел 300 метров и вдруг обнаружил, то это будет бурная положительная эмоция. А вот если я прошел полкилометра, а источника не оказалось, будет бурная отрицательная эмоция. Так и в нашей жизни. Мы все время имеем какое-то ожидание. Если и установку на результат, что входит в автоматическую работу умозрительной части сознания, во времени, да, если это превышает наше ожидание, все, что превышает наше ожидание, вызывает положительные эмоции. Все, что не подтверждает наше ожидание, вызывает отрицательные эмоции. Например, игровая зависимость. Например, то гемблерство, зависимость на игре. На этом и держится. На том держи. Поэтому самое страшное, когда человек первый раз в жизни сел играть на деньги с автоматом или с другими людьми и выиграл. Чего не ждал. Выиграл, а вовсе то не чакал. Все. Конец. Он будет пытаться это пережить еще и еще. Но это не чувство, это эмоция. Они имеют информационную природу. Чувство, как известно, это привязанность. Пошел йогин на кладбище обрезать что? Привязанность. Йогин шел на цинтори обрезавать что? Свою припутанность. Вот об этом говорил Будда, когда говорил: бойтесь своих желаний, а из них все несчастья. То есть привязанность вызывает зависимость. И даже в таком чувстве, которое принято называть любовью, если это привязанность, то там есть второй слой – зависимость. Поэтому влюбленные счастливы, а супруги нервничают,
потому что обнаруживают не только привязанность, но и зависимость. Там уже не только привязанность, а и зависимость. Так же, как инфантильные переживания, связаны с чувством беспомощности. Инфантильные, то есть детские. Детское переживание. Окей. Я думаю, пауза заполнена. Вы уже об этом думаете, вы уже забыли обо всем предыдущем. Так что по свежаку. Итак, перед нами полная развертка типа информационного метаболизма. Полное раскрутение информационного кода метаболизма. Это можно сделать только будучи хотя бы насколько-то раскрутителем. Да, это делать, если как так распоены. Потому что познание и новые способы пользования. Потому что познание и новые способы использования типом информационного метаболизма начинают с того, что мы назвали расщепление третьей функции. Что мы поменовали расщепление третьей функции. Содержание третьей функции в обычном виде. Как оно проявляется, так, как оно если мы ничего с этим не сделали, как самооценка, хороший или плохой. Добрый, если плохой. Плюс хороший, если минус добрый. Минус, так сам злый. Но, если мы немножко уже соображаем в соционике, мы можем развести, можем разделить, або развесть третью функцию и сформировать ось действий. Можем сформировать ось конания. Плюс третья функция будет. Плюс третья функция своим содержанием будет раскрывать своим нам нашу проблему. Наши а минус третья функция, возможные для нас решения. Решения, которые су пре нас можны. Вместо того, чтобы думать, что если минус на третью функцию, то я не хороший. Наместо того, ты хороший, на третью функцию, но тебе подсказывают решение. Але ты си добрый, а тебе ты минусом находишь решение. В центре. Что это потом в центре? Этой системы. Это, конечно, объемная система, это объемный но систем. Ее проекция на плоскость вот так, гиперструктура. В центре конкретность данного человека. В центре конкретность данного человека. Потому что конкретность, потому что конкретность это то, что природа обеспечила максимальной. То есть то, что природа забеспечила сохранностью. Тем, что само хранит. Природа наиболее забеспечила. Пока есть конкретность, есть данный конкретный человек. И данный конкретный человек. Вспомните, человек, который ничего не помнит, помнит главное, что это он ничего не помнит, человек, и ему можно помнить. Что он си них не памята. И ему можно помочь. А да, сам помочь. И вот когда мы это сделали, а как мы это уробили, мы можем на каждой из осей проецировать первую и вторую функцию всех типов информационного метаболизма. Первую и функцию всех типов поскольку информационного метаболизма. Единичный тип информационного метаболизма. Насколько единичный тип ИМ является частью такого целого, частью такого целку, о чем самодеятельные соционики
которые читали, но не видели, о чем в Аушвице внятно написано, как сацы он. То есть все 16 типов соединены между собой различными связями. Наиболее известные связи – два кольца социального заказа и два кольца социального контроля. Но это не все. Остальное вот здесь. То есть, типы, которые окажутся у вас на плюс третьей функции, типы, которые имеете на плюс третьей функции, символы ваших проблем. Су символами ваших проблем. Общаясь с этими людьми, когда коммуникуете, або сте в контакте с ними, то людьми, информационного метаболизма, вы получаете информацию о своих проблемах, не чужих, не вообще, а конкретно о ваших. Але конкретно о ваших проблемах. Типы, которые символизируют содержание минус третьей функции, типы, которые символизируют обсах минус третьей функции, сообщают вам информацию, вам ознамую информацию, або вам дают о возможных именно для вас решениях этих проблем. Решения ваших проблем, правда, ваших проблем. Вот посмотрите сюда. У человека информационный метаболизм, третья функция – субъектная сенсорика. На третьей функции – субъективную сенсорику. Если он управляет процессом, а если докажет рядить этот процесс, он может начать действовать, опираясь на объектную сенсорику. Объективную сенсорику. То есть сознательно действовать, не автоматически. Не автоматически, а ведомо. Иногда можно заметить, проанализировав, какие люди вдруг начинают вокруг меня вертеться, чем, собственно говоря, я занят, как изделие. А можем си потом решением проблем, или осознаванием проблем, решим, или, как в этом случае, своими страхами. Або собенуем своим страхом. Потому что минус четвертая функция. Минус четвертая функция. И те типы информационные люди с этими типами сообщают нам информацию, нам дают информацию о том, чего мы боимся, чего, чего мы активно избегаем, чему са активно выгибаем, в том числе не видим, то значит, не слышим, не видим, не почуем, игнорируем, игнорируем это. То есть это такой мир иллюзий. Это так и свет иллюзий. Понятное дело, да? Вы знаете, что есть знаменитый эксперимент. Познайте этот эксперимент. Человек 30, нашли такого человека, он 30 лет каждый день нашли ходит человека, на работу, пешком, по тому же самому маршруту. По той истой цесте. Ну, как Кант, Кёнигсберг, да? К нему приставили оператора. Дали к нему оператора. Который шел и снимал все, что там на этом маршруте. А еще с ним человек, который натачал. Потом все, показали это этому человеку. Выяснилось, что он никогда не видел 50% того, что там есть. За этих 30 лет он не видел 50% всего, что там есть. Знаете, сколько мы вытесняем, замещаем, игнорируем, забываем, не слышим и не видим. Ну, такая защитная реакция психики. Знаменитый случай, когда Колумб впервые подплыл к какому-то острову, на который часть Америки. Туземцы не видели его кораблей. Домородцы не видели его лодей. Просто не видели, что на море ничего.
Они не видели на том море ничего. Пока шаман, ким шаман не вошел в измененное состояние и закричал там большие лодки. И все сразу увидели. А не закричал, там су велике лоди. А аж потом то всецы увидели. Это как мой друг один сказал, я могу, зная ответы на все вопросы. Но как я могу узнать ответы на те вопросы, которых я не знаю? Дальше. Ну и естественно на этой же оси наши хочу. Хочу, хорошо. Поле притяжения, вот это зона кайфа. Вот это зона кайфа, кайфу, блаженности. Тут ничего не хочется делать, как мне, когда я к вам пришел. Тут не хотите ничего робить, потому что это и правильно, и надо, и хочу. А и хочу. Вот почему дополняющий тип, так называемый. Про это так дополняется тип и он. И его родственник. А его прибузный. С родственником хоть поссориться можно. С прибузным само счастьем погадать. А с дополняющим и не поссорить, захочешь, не получится. А с дополняющим хочешь и погадать, если тебе не подарим. Что они между собой производят? То, что они видят. То они же и потребляют. То и спотребуют. Это замкнутая система. То есть замкнутый систем. Но это такой кайф. Это такой кайф. У меня есть одна старый мой друг и ученица. Я вам так давно приятеля, а жирка. Я время от времени просто не могу не позвонить и не поболтать с ним. Не важно. Я мусим им заволать. Ну, не важно. Вообще не дволожите о чем. Хотя мы обычно болтаем на всякие вот такие темы. Хоть бы часто сразу. Но это тоже не важно. Но это тоже не важно. Важно, что общаешься с дополняющим. Отдыхаешь. Отдыхаешь. Вот я так понимаю. И ты его так понимаешь. Он тебя хапе, я тебя хапе. Вау. А нам же это так вот важно. Мы нас это так вложили. Подкрепление нас понимает. И мы понимаем. Так. И, естественно, ось самая такая интересная в том смысле, Займала остатку еще. Содержание точно соответствует моему описанию картины. Соответствие. И это очень правильно. Образу света, моего сорта. А вот минус первой функции. Это все, что не соответствует и неправильно. То не соответствует о моему опису света, это не справа. Мир делится пополам. Свет делится на половицу. Вот эту половину я воспринимаю. И при покушении на это могу и врезать, если тут объектная сенсорика. А вот эту половину я вообще не воспринимаю. Поэтому настоящий дополняющий в полном смысле слова «дополнить» – это противоположный тип. Дополняются су власне противоположные типы. Потому что это вторая половина мира. Конечно. Потому что это другая половина света. Совместный быт – это ад. Ale spoločné žitie to je peklo, tých protikladných no, typov. No общаться на тему мироздания. Ale komunikovať na tému. Описание мира как целого. Опису света ako целку. А во всяких возвышенных вещах. Во таких высоких темах. И что сделала природа? А что уродила противоположные природа? Типы информационного метаболизма. Сексуально друг для друга притягатель. Согласно, сексуально эти типы притягивают. Видите, природа как хитро работает. А то делала природа. Природа довольно хитра. Таким образом, мы можем увидеть, что не существует отдельного типа информационного метаболизма без связей со всеми остальными 15 типами. Что дает возможность при соответствующей вооруженности субъект, в отличие от личности, у которой
нет возможности качественной стороны сознания, может использовать, ничего не меняя, наоборот, использовать всю эту грандиозную, объемную штуковину с эффективностью приблизительно 10-20 раз больше, чем в автомате. И самое главное, что это автономно действующая вещь, которая может автономно, перестает быть железякой, с которой ничего нельзя сделать. Вы можете повысить на этом автомате число призовых игр. Кто играл, знает, о чем я говорю. То есть это можно использовать гораздо как чувственнее. Чиже да се то движить о много квалитативнейше. И вот сейчас, там, где я уже это рассказывал и показывал, там, где сам уже там говорила, указывала, некоторые люди занялись этим всерьез. Некоторые са то зачали важно этим заоберать. Сделали массу открытий. Отгалили множество вещей. И научились очень многому, научились непосредственно, конкретно в своей жизни и деятельности, потому что я это называю вращать штурвал Калинаускаса. Вот это штурвал Калинаускаса, они тоже обычно изображают два типа. Я даже в Инстаграме, я открыл Инстаграм, ребята. Заложил сам себе Инстаграм. Подписывайтесь. Пригласьтесь. Поддержите новичка. Поддержите новачика. Ну я решил попробовать, уже же такое, я же сегодня живу. В наше время этого ничего не было. Где я сам был властный? Чье наше? В наше время это есть. Я решил попробовать. Я властный. И я там выложил текст. Дал сам там текст. А слабо повернуть штурвал Калинаускас по курсу Зюитвест. На юго-запад. Ага, же отучить штурвал Калинаускаса, то колесо на юго-запад. Да. Зюитвест, короче говоря. Я понять не имел, что это юго-запад. Просто красиво звучит, я часто это в литературе, почему-то они все плыли на Зюитвест. Всякие пираты. Практическая вещь до упора. Я вам советую, ребята, освоить. И теоретически, и практически. Теоретически, а и практически. Этого нигде нет, кроме как у Калинаускаса. Нигде инди то не е. И меня. Я этим пользуюсь очень давно. Я то поужил очень давно. Но не знал, как рассказать. Когда-то я попробовал про гиперструктуру рассказать людям. Людям. Махнул рукой, никто не слышал. Никто то не потом учит. Только спустя 20 лет потом, по 20 появились лет, люди, которые услышали и стали как-то пользовать вообще саму гиперструктуру для пересмотра жизни, скажем, чтобы посмотреть возможные на сегодняшний день варианты будущего, чтобы посмотреть на варианты прошлого, которые... Увы, ты не выбрал. Ну и вообще там много чего можно делать с помощью гиперструктуры, в том числе и раскрыть содержание типа информационного метаполиса. Здорово, это платье про отворение, разбавление того типа ИМ. Все. Увы, и ах, погибла ее невинность. Yes.
Вуаля, и шляпка ваша. Культурологический контекст. Сейчас это такой культурологический контекст. А, еще есть. Увы, мне чашка на боку. Это когда человек подвернул ногу и мениск ушел. Чашечка. Чашечка называется, чашка мениска, да, вот здесь вот. У меня вот тут есть бурбик такой. Это я ударился об лед на зимней рыбалке. Вот, увы, мне чашка на боку. Сказал человек, продолжая хромать. Види, как я делаю легко это. Отвлекаю. Отвлекаю. А потребность в эмоциональном контакте – раз. Новая информация – два. Новая информация. Не дает вам уйти от отвлекания. Вам не давали Просто нужна пауза. Он вас отвадза, а власне, а мы все уможнюем задать ответ в той теме. В общем, три ха-ха, пауза, выскочил в окно. Трикрат, пауза, ха-ха, выскочил. Это из истории старого театра. Здесь шуфлер сидит и читает текст, актеру подсказывает. И он уже в таком состоянии, он читает все подряд. Три ха-ха, пауза, выскочил в окно. А читал он не только то, что вам поведать, но читал. Пауза, ваш трикрат засмеял, хоть до окна, выскочил. Не засмеялся, просто три ха-ха. Ты читал, что там было написано. Представляете, бедный актер. А что там могло быть, как куда герец? Что он... И он, и актер тоже уже в таком состоянии автоматическом. Он повторяет, просто он думает, что это текст. Три ха-ха, пауза, выскочил в окно. Ты опакуй, прости, то есть не роби, але опакуй, три ха-ха. Как зевается, да? Вот, между прочим, есть два подхода. Негативный к зеванию. Что это типа вырубает личность, да? А есть позитивное. А есть позитивное. Это я аккумуляторы переключаю. Одна батарея кончилась, вторая отключилась. Как-то мне одна знакомая пишет. Ну, присылай там стикеры и пишет. Делюсь позитивом. Есть, оказывается, такой стикер. Делюсь позитивом. Ой, мне лень писать текст. Делюсь сам позитивом. Ага, же не хочу сам писать текст. Напишу, делимся с позитивом. Но, с другой стороны, есть стикеры, передающие то, что текстом не передашь. Это картинки, которые не дают отдать текстом. Су то образки. В общем, Заратустра говорит. Что то есть Заратустра говорит. Сейчас я все зациклился. Работаю над рэпом. Я решил еще попробовать это. Исполнить рэп. Качать. О, о, о. Слышишь, бро? Вот. У меня будет такой шаманский рэп. История необыкновенной любви двух просветленных существ. История необычайной ласки двух освещенных бытостей. Ну вот припев уже есть. Заратустра говорит, что огонь всегда горит. Тот, кто это потушил, тот остался без души, без души, без души. Уа! В общем, дурачок вас веселит, слава Богу. Это я кокетничаю, ребят, на самом деле. Ну, мне даже, я еще не привык, мне как-то перед людьми даже неловко немножко, что я такой вообще счастливый.
Pre mňa to je také trošku divné, nepríjemné, že som až taký veselý, šťastný. Что мне так хорошо? Že mi je tak dobré. Я шёл к этому много-много лет. Išiel som k tomu veľa rokov. Без всякой гарантии, что успею. Žiadne garancie tam neboli, že to stihnem. Но дошёл. А дошёл сон, пришёл сон. Называется, рот до ушей, хоть завязочки пришей. Классно. О, это классно, браво. Наслушался. Я... Тут проделал такую работу. Робил сам такую працу. Я не помню, месяца три или больше. Я сидел и смотрел. Сидел сам, а позирал сам. Все передачи. Все детские переносы. Про детей. Сегодняшних. От нынешних, сучасных детей. Выяснил, что я ничего про них не знал. А указал сам, або сам сказал, что они про ничего не верят. Просто про мир сегодняшних пятилетних, шестилетних, семилетних, восьмилетних, десятилетних. Просто ничего. Седьмирочных, восьмирочных детей я вообще ничего не знаю. То есть я оказался таким старпером. Я сам так и старый. Таким старым перешником. Фу. Таким старпером. И молодежный. А и младежницкий светлый. И вот от... детский, младежницкий. Я посмотрел весь 95-й квартал. Рассмеши комика, дети. Из детских еще ты лучший, ты супер. Еще чего-то. И песни. А песнички. Песни на ТНТ. Там в течение шести недель. Там в приебе 6 недель. 19 этих молодых людей. 19 молодых людей. От 18 до 25 талантливых, отобранных. От 18 до 25 роков, вельми талантованных. Из 13 тысяч. Были выбраны из 13 тысяч ухадзачов. Лишённы всякой связи с внешним миром. Без гаджетов, без телефонов, ну вообще, живущие в одном пространстве, спящие в одном пространстве, плюс у них там студия, ну можно репетировать, записывать, плюс у них зал для занятий, ну и так далее. В одной из шикарнейших высотных небоскребов Москва-Сити. И каждую неделю, в конце каждой недели, отчетный концерт. И вот как это происходило, как они менялись, раскрывались, и так далее. Это одна история. А вторая история, что, оказывается, они опять же совсем другие, чем я мог себе предположить. А потом собственно указало, что засы су уполне иные, а потом я вам могу предполагать. Целью моей было войти в пространство психологии людей, родившихся при интернете. Моим целью было войс до психологии людей, которые са уже народили за эры интернету. Первое. Я обнаружил в себе массу старья в своей субъективной реальности. В своей субъективной реалите сам объявил множество старого. И в своей понимании, в личности. А его своей массу личности. Старья. Я все выкинул. Шетко сам то выводил. Это первое. То, второе. За другое. Я теперь знаю. Раз, не могу еще четко изложить словами. Не можем то еще поскладывать словами. Но на субъективном уровне я через переживания знаю и вижу, чем эти люди отличаются от тех, кто родился, когда еще не было интернета. Вем, чем са тито людя отличую от тих людей, которые са народили, когда еще не был интернет. Это совершенно
разные люди, совершенно другой психологии действия. Да, во внутренней проблематике там те же истории, что на протяжении последних тысячелетий, когда существовала письменность и зафиксировала в том числе и устные предания. Да, все те же проблемы внутренней жизни отождествленных людей, но их отношения на уровне личности, их система действий на уровне личности абсолютно другая. Я не хочу быть вчера. Я хочу быть сегодня, поэтому я сделал эту работу. Поверьте мне, это работа. Я же не просто смотрел, я извлекал максимум, что можно было извлечь. Массу открытий для себя сделал. Ну, а поскольку я еще любитель всякого творчества. А насколько я еще и милую умение, как такое, то я, например, увидел феномен. Увидел сам такой феномен. Есть такая программа, называется «Ты супер». И некий программ «Суперстар». Вот был уже второй сезон. Супер просто. Не суперстар, супер. Супер. Чем она отличается от других? В ней принимают участие дети из детских домов. Участвуются там дети из детских домов. Или из приемных семей. Або те, кто с них адаптовал эти дети, а уже в родинах. У каждого из них очень тяжелая история. Каждый то дитя за собой такой тяжкий животный. И вот среди них 14-летняя девочка. А между ними 14-летняя девочка. У которой совершенно чудовищная биологическая мать. А она зазрачную биологическую. Которая 8 раз рожала, и все гибли. Не сразу. Матка 8 раз родила, а все дети умирали. Зомрали. Выжила это и то только потому, а тато една пришла, что мать ее выкинула на улицу в надежде, что все. Же мама ее выкинула. Ее нашли родственники, не взяли к себе, сдали в детский дом. А когда ее нашли, не забрали к себе, а дали до детского дома. У нее была сломана рука. Когда ее нашли, была сломана рука. На ней была куча шрамов. Царапаний, таких шкрябов целого. Порезов. Разрезаний. От ожогов. Попалений. И кроме того, она до сих пор помнит, как мать ее душила. А в дневнишь память такой мама душила. Но поскольку была сильно пьяная, не додушила. Але потому что матка была вельми опита, она что стив не задушила. И вот эту девочку привезли в детский дом. Она не разговаривала 2 года вообще. А то девчатку привезли до детского дома, а то девчатку 2 года вообще не разговаривала. Это на Дальнем Востоке. Вот нигде далеко не ходили. Там оказались замечательные люди, которые с ней работали, логопеды, психологи и так далее. И в 4 года она начала говорить, и ее сразу определили в кружок пения. У нее открылся феноменальный голос. И феноменальные способности проживать содержание песни. А феноменальные способности проживать обсах тех песен. Ее зовут Диана Анкундинова. Волаю Диана Анкундинова. У нее приемная мать, которую она уговорила вместе с ее семьей
переехать как можно дальше. И они с Дальнего Востока перебрались на берега Волги, в знаменитый город Тольятти. Из далекого выхода са престяхвали до Тольятти, там место. И когда она пришла на проект, она честно говорила, что я боюсь. А когда пришла на проект, там она мне угрожает до сих пор. Я просто боюсь. И она говорит, можно я не буду называть ее мамой? А же она са власне бала. А стала са боите мамы, которая ее выходила, же она ее не вцелила. Ну теперь, конечно, она в безопасности. Теперь, самозрежно, же потому что она стала безумно известна. Потому что она стала композитор и продюсер очень знаменитый Игорь Крутой. Продуценти някакі, а складателі си ее забрали. Подарил ей квартиру в Москве. Або даровали ей бит в Москве. Это, ребята, просто феномен. Это именно духа феномен. Это вот 14-летняя девочка с челкой выходит. 14-летняя девчатка. Начинает петь. Это... Выходит на сцену, начинает спевать. Это запредельный талант. Это нечто за границами. Ну вот это я просто делюсь с вами тем, что я обнаружил. Что сам вас не зистил, нашел. Это из таких эмоциональных, ну из переживательских, это самое сильное. То, что это таких, что такие эмоции, переживания. Когда я первый раз услышал ее, это был шок. Это был для меня шок. Просто шок. Нигно духа шок. У ней там количество просмотров. Ее уже приглашали в Германию, нам она проводила мастер-класс. Она власне уже и учила. Мала такой майстровский тренинг. 14 лет. А мама 14 роков. Приемная мать теперь на него вот так смотрит. И ей, несмотря на то, что ей только вот сейчас исполнится 15, они отрядут от того, что ее хотят на год раньше дать ей возможность поступить в музыкальный колледж. А хотела бы возможность, чтобы о рок скоро самостоятельно до, могла достать на удобное консерваторию, школу, высокую школу. Ну вот из чего-чего, да? Же, власне, из ничего. А что может быть? Вот начало ее жизни. Зачаток ее живота. И вот сейчас. А сейчас. Мы ничего не знаем о себе, почти ничего. Даже мы, которые со всей вооруженные, да, занимаемся этим. Человек – это чудо. Человек – то и чудо, завтра. Поверьте мне, я этим сознательно занимаюсь уже 60 с лишним лет. Потому что там уведен я так 60 лет. Это для меня самое интересное. Было, есть и очевидно будет. А правдеподобно и будет. Да, конечно, информация не может передать смысл. Самозрежно, что информация не может отдать смысл. Любая самая качественная фиксированная информация. Это наиквалитнейшая информация. Это пустая форма. Это пустая форма, которую каждый человек. Которую каждый человек принимает эту информацию. Заполняет своими смыслами. А когда человек принимает эту информацию, то каждый из нас заполняет своим смыслом.
И только в том случае, если по обе стороны, то есть и передача, и прием осуществляется людьми, у которых восприятие уже достигло такого качества, ясного видения, то есть оно без себя. Medzi ľuďmi, ktoré kvalita toho prijatia už má formu jasného vedenia, to znamená, už tam nevkladáme seba. Только в этом случае возможен адекватный обмен не только информацией, но и заполняющими эту форму смыслами. Vtedy je možné adekvátne odovzdávanie informácie, adekvátne naplnenie zmysla, obsahu. Это к вопросу о передаче информации. Вы услышали сегодня очень много нового для себя. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что это качественное, я надеюсь. Я старался искренне и максимально. В силу своих возможностей, они у меня не маленькие. А с другой стороны, это же надо пропустить через переживания, чтобы оно начало у вас работать. То есть нужно это интериоризировать. То есть сделать частью своей субъективной реальности. Иначе останутся только формы, слова. Ну, лучшее, что можно сделать со словами, это пытаться рассказывать это другим. Тоже неплохое занятие. Этого нет в тех книжках, которые существуют, в тех текстах, которые существуют. А не в тех текстах, это которые... самое свеженькое. Это наидовшее. Свежие булочки. Так, теперь как-то у нас по традиции ваши вопросы. Ответы есть, но вопросов аж не слушаю. Я хочу задать вопрос. Давай. Вы говорили, что там этим колом, когда приехал, да, они видели эти домороды, эти лодки, он там пошел из Нью-Йорка. Еще раз, пожалуйста. Когда Коломбо приехал к Америке, да. И эти не видели эти лодки, да, да, что шаман там пошел, да, это, и все увидели. Да. Вот что в нас надо вздрогнуть, закричать. Что, чтобы все... Вы должны верить шаману. Я, конечно. А уже закричаем? Закричите, я говорю. А? Закричите. Я кричу. В пространстве, я честно работаю. Вы не верите, потому что нечем. Я делаю все, чтобы вы не могли создать из меня некий памятник. И жду. Тех, кто будет осознанно верить. Вы в словах знаете, что в присутствии мастера нужно непрерывно внутри себя помнить, что ты находишься в присутствии мастера. И зачем ты сюда, к нему пришел? Вам кажется, что это я к вам пришел? Вы себе мыслите, что я сам к вам пришел? К вам пришел Игорь Николаевич Калинавский, как написано в лифте, там и написано. Инг, сокращенно, но Инг. Вы пришли ко мне, але мы с вами пришли к нему. А я
Где там? А я сам там. Вот и все. То есть это не моя забота. Моя забота быть честным. То не уже моя старость. Моя старость я быть честным. Я рассказываю максимально четко, точно, искренне. Да, стараюсь, чтобы это максимально практично. Я показываю все. Я открыт в этот момент абсолютно. В пространстве я показываю все эти объемы. Со всех их содержания. Но у меня, как и у вас, возможности количественной стороны сознания ограничены. Хотя я там много с ней поработал, там структурировано все, там введены некоторые структуры, которых не было. Но все равно они ограничены. Самой категорией количества. И скоростью происходящих процессов. И объемом информации, с которым количественная сторона в пределе может работать. Понимаете, я сделал как личность, да? Интеллектуальный продукт, которого до меня не было. Интеллектуальный продукт, который не был, кем сам бы я не уробил. Этот продукт подробно описан в двух томах. Интеллектуальные авантюры. Этот продукт подробно описан в двух книгах «Интеллектуальное добродушество». Есть такие места. Су такие места. Где очень профессиональные люди. Где су вельми на очень профессиональной вооруженности технической. Профессионально вооружены. Очень серьезно работают с этим. А вельми как добре с ним работают. Потому что у них есть возможность оценить истинную значимость этого продукта. Потому что докажу оценить значимость того продукта, который сам вытворил. У большинства людей такой возможности нет. А большинство людей такую возможность не дают. Они не профессионалы. Потому что не су профессионалы. Я первый в мире описал синдром гарантированного будущего. Первый на свете сам описал синдром гарантированной будущности. И опять же, очень профессиональные люди в очень профессиональных ситуациях очень серьезно с этим работают. А профессионалы в своих областях вельми добре с тимто працуют. Для остальных людей это слова. А про остальных су то лен слова. Как личность я очень известен, но в очень узких профессиональных кругах. Але в вельми узких профессиональных кругах. Не, ну еще в интернете. А еще на интернете. Довольно прилично. Ну да. Не слишком. Не популярен, но известен. Не сам як экстра популярный, але сам знаю. Мне это до фейки. Але мне это едно. Один человек мне недавно сказал, ты феномен. Один человек мне недавно сказал, ты феномен. А второй человек сказал, не, он не феномен, он артефакт. Не, он не феномен, он артефакт. Я согласен, это хорошее обозначение. Из моей коллекции обозначений, как меня люди обозначали, вот артефакт мне очень понравился. Артефакт самый долгий пачек. Я люблю артефакты, у меня есть своя внутренняя. Коллекция разных артефактов. Я иногда смотрю там идиотские совершенно передачи по РЕН-ТВ ради того, чтобы получить
информация, они на основе одного нового артефакта создают полуторачасовую болтовню. Артефакты – это очень интересная штука. Почему? Артефакты – это очень интересная штука. Потому что они существуют в единичном экземпляре. Потому что это единичный экземпляр. И никуда не вписываются. Нигде не западал. Первый артефакт, о котором я узнал, это алмаз. Первый артефакт, который я дозволил, внутри которого насекомое. Внутри которого я муха, либо мис, комар. Ну не важно, какое это насекомое. Как в янтаре. Как в янтаре. Алмаз. А это при том дьявол. Согласно существующих пониманий, да, это углерод под огромным давлением и огромной температурой. Что там высокая теплота, высокий тлак. Но потом я узнал еще один артефакт. Потом я еще дозводил о дальшем артефакте. Есть такой человек. Есть человек. Сейчас неизвестно, где он. Не знаю, где. Но когда его нашли, информация, естественно, просочилась. Который выращивает алмазы в домашних условиях. Который пестует диаманты в неких домашних подвигах. Вот такие. Так это. Есть человек, где он, опять же, неизвестно. Есть человек, опять не ведет, где он. Китаец. Чинян. Во время культурной революции его как-то перебросили через границу, то ли родители, то ли родственники. Подарился ему вывез за границу. Он создал устройство. Вытворил строй. На основе сверхвысоких частот. На базе высоких фреквенций. Которые, как известно, полноценно передаются только с помощью очень сложной штуки под названием волновод. Которые создают отдать за помощью пристроя волноводу. Поскольку я в армии работал по обслуживанию прицелов, я эти волноводы видел и держал в руках. Службы, маленькие, служил. Короткие. Так он создал такое устройство. На одном конце утиное яйцо, на другом яйце и конце куриное яйцо. Слепачивается. Он с помощью СВЧ передавал, ну как мы говорим, модулированное куриным яйцом энергия поступала в утиной качке и рождалась утка-курица. Ага, а родилась кура-качка, качка-кура. Дальше он построил большое устройство с камерой. Большой пристрой с камерой. Когда к нему приехал отец, выживший, уже приехал, ну как турист, из Китая. Он его поместил в эту камеру. Ага. Там была с местностью, не с камерой, а местностью пристроек. Что он там передавал, то есть что, через что проходило это СВЧ. Но это омоложение организма. Але он там некое посылал, некие высокие фрекванции. После этого ни одной публикации, ни о нем, ни о принципах передачи информации. А потом таких. Уже не было ни один человек, ани о нем, ани о доздавании этих высоких фрекванций. Ничего просто. Если кто-то из вас в курсе, то в йоге, в раджа-йоге, говорится о очень тонких вибрациях. Что значит тонкие? У них очень маленькая амплитуда, а значит очень высокая частота, с помощью которой тра-та-та-та-та-та.
такого рода вибрации, вибрации такого-то друга, воспринимаются плотью и душой. Эти вибрации се докажут принимать либо плоть, а душа. Это часть энергии воплощения. Это часть энергии в теле. То есть, если мы осваиваем этот ресурс, мы можем очень многое. Короче говоря, ребята, если вы хотите стать профессионалами, спешите, у вас очень мало времени, чтобы наверстать профуканное, непрофессиональная жизнь до этого. А вот это сложно и почти невозможно. Но подарок от Калинаускаса. Вы вполне можете успеть за 9-12 лет в среднем стать продвинутыми пользователями изделия Homo sapiens. Výrobku Homo sapiens. Для этого не надо быть профессионалом. На то не нужно быть профессионалом. Для этого нужно быть вооруженным. На то треба быть либо вооруженным. Использовать все то, что дает вам традиция. Выучить все, або положить все, что дала традиция. В том числе и то, что приходит через меня. Врятание того, что приходит через меня. И стать продвинутыми пользователями вот этого потрясающего изделия, фантастического выработка, которое может, ну если личность использует на 8%, то может 7%. Каждый добавленный процент. Каждый властный процент навыше. Это другая жизнь. То есть уж уполне иный живот. Но это моя логика, да? Я так жил и живу. А жив. Бессознательно к этому тянулся с 14 лет, осознанно я встретил учителя и традицию сразу после армии. Nevedomo som sa k tomu ťahal už od 14 rokov, ale vedomo to začalo, keď som sa vrátil s vojenčiny a stretol som svojho učiteľa. No ja bol gotov, u mňa bazové pamäti bolo. Ale ja som bol už pripravený. Kúča literatúry. Bazové pamäti som už obrovské množstvo literatúry. Psychológia, filozofia. Filozofia. I proče, všetko, čo sviazná s človekom. A všetko ostatné, čo je spojené s človekom. Не говоря уже о художественной литературе, которая есть история человеческой субъективности. Где описан прибег той прибег субъективной реальности, або людской субъективной реальности. Но я хотел быть профессионалом всегда. Но я сам всегда хотел быть профессионалом. А сейчас я понимаю, что все, что я могу, это помочь людям, которые заведутся, у которых появится азарт, устремленность. Люди, которые хотят стать продвинутыми пользователями. Можем помочь людям, которые хотят быть покрученными пользователями. Найду в себе ту отвагу, будет их то заинтересовано, насмеровано. Если они смогут пройти теми маршрутами, которые обозначены на тех картах, которые я, собственно говоря, и предлагаю. На тих мапах, которые я понукам. Все мои беседы, все мои книги, тексты, это все карты. Это все мапы. Да? Заполнить это можете только вы, каждый. Заполнить это можете и вы. Пройдя по этим маршрутам. Каждый, но вам легче. Цесту, але вам легче. У меня таких подробных карт в начале пути не было. Я сам такие подробные мапы на зачатку цесты не мал. Поэтому я пропускал через себя огромное количество самых разных текстов. Поэтому я сам очень много читал, проходил через меня множество текстов. Извлекая оттуда эти самые карты. Vyťahoval som odtiaľ tie mapy.
Я получил 8 входных посвящений. Достал сам 8. Опять же, извлекая эти карты. Опять вдяка тому, и моя миссия в течение 30 с лишним лет была в том, чтобы создать тексты для современных людей. Я очень благодарен Миру и Данке, что есть переводы на словацкий и чешский, есть переводы в большом количестве на литовский язык, там тоже люди постоянно над этим работают. Появились переводы уже после вас на словацкий язык, некоторых текстов, на украинский язык. Потому что, ну, это людям легче эти карты тогда прочесть. Не зря же люди, которые имеют дело с картами, говорят, прочесть карту. Не наводу люди, которые работают с мапами, говорят, прочитать мапу. Разобраться, куда плыву, иду, лечу, там, где, и там что полочи, меня там может ожидать. Но, как говорили мои любимые древние китайцы, путь в тысячу ли начинается с первого шага. Потому что и личность, и субъект, как управляющие изделием системы, предназначены для действия. Для действия. Они не умеют думать. Они не ведя премышлять. В том смысле, как это употребляют слово люди. В том смысле, как это слово поуживают люди. Думает сознание. Премышлял, размышлял ведомо. И вообще все восприятие – это функция прежде всего сознания. А вообще функция приятия. А вот какими ресурсами пользуется сознание, насколько оно структурировано, насколько задействованы связи между сознанием и базовой памятью, насколько задействована, самое главное, качественная сторона для того, чтобы перерабатывать, извлекать из модулированной энергии поступающий в огромном количестве от души и плоти, с души и плоти, чтобы с ней дала вытягнуть информация. Невооруженная знаниями технологическими личность или субъект смотрят на изделие вот так. Небоскребы, небоскребы. А я не маю жадные ведомости, не су вызброены. Власне, вовец так бар не поуживают и засоби. Они ведомые, они плачут. Так что бегайте по своему изделию и кричите, как кто-то или будет по женщине великанше. И это мое! И это мое! И это мое! Вы хотели, чтобы я закричал? Я закричал. Похвастаюсь, это сертифицированный Ray-Ban, антибликовый. Окей, в нем даже вот при таком освещении нету, я очень хорошо вижу. Легкая тень, так, чтобы не смущать вас. Легкий тень. Вы думаете, что это просто информация? Да, это может быть так. А может быть, сегодня началась ваша новая жизнь. А можно же право, днеса начал ваш новый живот. Так мне когда-то сказал учитель, когда дал прочесть самиздат тогда. Введение в философию Раджа-йоги с вами Вивекананда. Увод до Раджа-йоги от Вивекананды. Мне повезло, с этого началась моя новая жизнь.
Mne sa zadarilo a od toho momentu sa začal môj nový život. Так что все в ваших руках, ногах, как головах рука, нога, и прочих голова, частях вашего изделия. А в остальных частях нашего изделия. Все, спасибо. Дякую. Удачи вам всякой. Спасибо. Творческих переживаний. И смелых действий на основе своих знаний. А отважные конания на заклад помощью познания властного. Знание только тогда, вот вы можете про что-то сказать, я это знаю, когда вы можете это сделать. Ибо когда нечто уробите, можете поведать, я то вем, я то познаю. Все.